день, господа, и добро пожаловать в город Иваново. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Город невест, так сказать, в прошлом. Поехал я все-таки через Иваново, не поехал я через Владимир, так как там, не знаю, иди съездил, в общем, уже несколько раз, поэтому я поехал здесь. Конечно, дорога оставляет лучшего, но тем не менее, немножко она будет покороче, да и поспокойней. То там сейчас на трассу выйду, не дай бог ремонт и еще что-то как-то, где-то что-то. А я тут спокойно сейчас проеду. Сейчас с Иваново выйду и 200 километров. И я в Нижнем Новгороде. Или 200 с чем-то, если не ошибаюсь. Но тем не менее, не суть. В Иваново хорошая погода сегодня у нас на календаре. Если я не ошибаюсь, 14-е, капец, он кадр, 14-е сегодня августа, конец лета, здесь чувствуется прямо конец это лета. О, зашибись. Здесь прям хорошо чувствуется это конец лета, потому что уже как бы... Уже не так жарко, уже больше такой прохладный ветерок дует. Поэтому сезон заканчивается. А мы продолжаем работать. Смотрите, какая картина. Стоит автовозик, короче. И все машины в хлам просто. Либо он их такие все загрузил. Разбитые, я не знаю. Либо он сам где-то валялся. Капец просто. Не, видимо, загрузил, потому что машины, видите, все разные. Номера на номерах. Хлам, видимо, такой везет. Капец, нифига перевертыши. Один вот Lexus впереди, сверху нормально, и вот спереди еще там какая-то. А так вообще все просто. Просто все в мясо. Ну, жесть, конечно. Посмотрится вот сзади, если смотреть, реально, как будто то сам автовозик где-то побывал. В лесу каком-то, видите. Капец. Так, ну что, я жду заправку. Буду заправляться. Все, сейчас автовозик отъезжает, и я заправляюсь.
принципе, уже Башкирии. Увидел, что течет краска из кузова. Вот, видите? Жесть. В общем, через щелочку посмотрел, но там все хреново. Сейчас буду вскрывать пломбу и лезть. Вот пломба, вот она. Все стоит, все печатано. Сейчас буду вскрывать, залазить в кузов и смотреть, что там случилось. Залез в кузов, и что мы видим? Два палета последние, которые ставили, просто и они разлетелись. Просто. Остальное все стоит, как и стояло. Все, что, надо укладывать, смотреть, какая бежит, и ставить обратно. Капец, это просто жесть. Расставил, в общем, я эти бочки, вот эти вот канистры, да, ровненько все по полу. Сейчас еду дальше. Чуть запачкался, вот видите, в этой оранжевой краске, блин. Покрасился прицеп в оранжевый цвет, зашибись. Я им отзвонился, я сказал, что ваша краска течет, что так и так, я сорвал пломбу, ну они сказали срывайте все, естественно, иначе все капец, это непонятно. Ну и в общем, короче, вот такие дела. Не знаю, сейчас проеду, опять где-нибудь остановлюсь, посмотрю, течет ли там краска, нет, потому что она может закидывать машины, идущие сзади. Капец вообще, я в шоке, блин. Вот так, ребята, возить краску. Проверяйте, говорите, чтоб стягивались. Если бы они мне сказали, то я бы лучше ремнями стянул эту краску, чем у меня сейчас ремни, и просто я их выкину, потому что они все в краске. У меня там два ремня стяжных лежит. Это капец, блин. Я в шоке. Причем прицеп на пневмоподвеске. Ну да, может быть, он подпрыгивает сзади. Ну и что? Это ничего не значит, потому что бочки должны быть скреплены между собой. Ладно, что? Главное теперь, чтобы у меня в машине все нормально было. В прицепе я теперь уверен. А вот за машину нет. А в машине у меня стоит, как видели, еще два палета сверху. Но вот не знаю, они... Главное, чтобы они никуда не развалились. Это самое теперь интересное. Итак, проехали уже Уфу. Едем еще пока по Башкирии. По солнечной. В Челябе, говорят, плохая погода. Прицеп едет за нами. Краска вроде не течет, остановилась. В общем, печально, конечно, но а что делать? Бывает. Вместо краски это мог быть любая другая жидкость или смесь, которую плохо закрепили. А как бы, не, я же их спросил еще. Ребята, все нормально. Никуда она не смотается. Не-не-не, ты че, не. Ну вот вам и нет. Ну, я до этого краску никогда не возил, поэтому масло возил, краску не возил. Поэтому ничего не мог сказать. Вот опыт. Так что вам, кому новичкам, как и мне, также опыт, ребята, набирайтесь. Крепите все, вяжите. Особенно последние палеты, так как задница прыгает больше, чем перед. Вот поэтому, а они плохо увязаны были. Вот и весь прикол. Километров мне до Челябы. Едем. Мычим. Не, ребята, горы Урала. Трасса М5. Видите, впереди, как обычно, собралась колейка. Кто-то нас тормозит. Я вроде такой тормоз, а ну, в плане движения у меня машина по горкам плохо тянет. Я вам уже рассказывал, да, почему. А кто-то, видите, еще медленнее едет. Поэтому это будет жестоко. Вот сейчас мы просто едем и тормозим. Главное, чтобы не до полной.
на этой передаче, на пятой Панилиной, мы спокойно можем ехать. Вот, а видите, у нас какие пейзажи за окном. Речки, горы. Да блин, они опять тормозят, что ли? Свист моей турбины слышен. Кто-то вообще ехать не хочет, отказывается. Обороты здесь, конечно, запредельные, иногда вырастают. Блин, ну это капец. Просто капец. Ладно, будем тянуться, будем по-медленному ехать. Челябинск, ребята, с утра. Район ЧТЗ. Нормально, тут запашок такой, как обычно, хороший. Видите, туманчик, чисто вообще экологический. Ну все как обычно, ничего не поменялось, ребят. Все как обычно. Еду я по Челябинску, еду я на выгрузку. ЧТЗ, ЧМЗ. Туман, заводы, в общем, все круто. Вот я приехал на выгрузку, так вот остался прицеп, поставил его выгружать, потому что с одних ворот отцепился и поставил машину под разгрузку. Вот смотрим, что получилось с этими красками. Здесь вот так вот все, короче, позалило. Вот это я вчера все, что перевернул, то так и стоит. Одну банку забрали, она была прохудиженная. Остальные все стоят. Так вот захерачиваю мне весь борт. К сожалению, ремни. Вот. Ну что, похож ремень, который рядом лежал. Крыло получается. То крыло. Это крыло чуть-чуть. Новая, причем с этой стороны вот тоже какая-то херня лилась серебристая и до сих пор еще капает. Капец, это вообще жесть. Все, сейчас выгружают, посмотрим вообще на пол, как он будет, много ли на нем будет краски. Меня уже выгрузили, вот смотрите, пустой кузов, и смотрите, короче, сколько краски. Там черное пятно, там серое, а здесь вот оранжевое. Ремни в краске оказались. Это чуть-чуть. Еще. Вот этот вот про ремень, я про этот молчу. Он просто за компанию там лежал. Ну, трещотка целая, но ремень, конечно, не знаю, пригодится ли нет у меня такой в краске. Ну, пусть валяется. Капец. Так. Ну, все. Начинаем закрываться, короче. Начинаем закрываться. Машина тоже пустая. Уже накачан воздух. Видите, после севера тут много было очень песка. Вот, все смазано, все новым литольчиком, поэтому должно быть все четко. Господа, все, меня выгрузили. Я уже нахожусь в Челябинске. Сейчас, короче, поеду по делам. Все. На этом пока рейс мой закончен. Скоро будет новый рейс. И посмотрите, как я буду выезжать из Челябинска. Куда я поеду, что и как. В общем, все узнаете. На этом видео окончено. С краской вроде все нормально. Все за меня вроде никто с меня ничего не собирается брать. Поэтому всем счастливо, всем спасибо, всем пока. Обязательно не забывайте поставить, подписаться на канал, если вы не подписаны, поставить колокольчик обязательно. И всем пока!